С 1 июля тарифы на коммунальные услуги увеличатся. Таково решение региональной энергетической комиссии Кемеровской области. Однако совокупный платеж граждан за все виды коммунальных услуг должен будет увеличиться не более чем на 7,5% при неизменном объеме потребления. С учетом того, что на сегодня у нас установлен Федеральной службой по тарифам предельный индекс роста платы за коммунальные услуги с 1 июля 2015 года в размере 8,3%, а распоряжением коллеги администрации Кемеровской области такой индекс также составил 8,3% по всем муниципальным образованиям. В соответствии с письмом губернатора мы ограничиваем рост платы за коммунальные услуги на уровне 7,5%. Кроме коммунальных, повысится плата и за жилищные услуги, которые сегодня горожане оплачивают 100%. Это содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, плата за пользование лифтами, капремонт и так далее. Рост платы за эти услуги также не превысит 7,5%. Решением городского совета народных депутатов это повышение составит 3%. Таким образом, общий рост платы в нашем городе составит 6,1%. Тарифы на тепловую энергию и на горячее водоснабжение повышаются на 6,1%. Тарифы на холодную воду и канализацию на 5,2%. И тарифы на электроэнергию на 6,8%. Рост платы составит от 153 рублей, это однокомнатная квартира, 41 квадрат, один человек проживающий, до 384 рублей, это четырехкомнатная квартира, 78 квадратов, 4 человека проживающих. Платы за капитальный ремонт, а сейчас эта сумма составляет 3 рубля 90 копеек, индексация не коснется. Несмотря на повышение тарифов, для населения сохраняются и все меры социальной поддержки, льготы, компенсации и субсидии при оплате за ЖКУ. А это более 3000 семей.